18 февраля «Витязи» встречают «Металлургов». Сталевары во главе с автором сотен рекордов КХЛ, живой легендой, нападающим Сергеем Мазякиным, едут в гости к «Витязям». На Урале 24 сентября, день рождения Антона Тодыкова, наши парни выиграли 4-1. Ждем успеха и в Подольске. Мы хотим подарить вам праздник. 18 февраля, четверг. «Витязи» против «Металлурга». 19:30.